Здравствуйте, Елена. Я прекрасно понимаю природу вашего вопроса, потому что после извержения вулкана Эйяфьятля-Йокудль весь мир с тревогой вспомнил об опасности извержения вулканов. Особенно тревожно должно быть жителям острова Сицилия, в частности, города Катания, где находится самый высокий действующий вулкан Европы, который называется Этна. Но плоды деятельности этого вулкана видны и здесь. Посмотрите, плитка, на которой я стою, она сделана из лавы. Огромная часть домов тоже сделана из лавы. Вот этот милый слоник, улыбающийся почему-то, тоже сделан из лавы. Короче, все из лавы. Мы сейчас поднимемся с вами на вулкан и попробуем развеять ваши страхи об этом вулкане. Сделал буквально десяток шагов, и все, Этна перед нами. Вот по этой этнийской улице мы и пойдем сейчас на вулкан. Часа подъема я поднялся только на высоту где-то 500 метров. А вот за мной вершина Этны, высота 3380 метров. Но тем не менее, я уже стою на лаве. Лава везде, булыганы, камешки поменьше, застывшие. И вот из этой самой лавы сделан город Катания. Бесплатный материал, повезло катанийцам. Эх, пора. Да уж, Леночка, не ожидал, что будет так непросто. Не, хотя, конечно, представлял, но тем не менее, это серьезное испытание для меня. Я все-таки привык выступать на сцене, а не покорять горные вершины. До вершины еще идти и идти. Надо было воспользоваться вулканическим такси, хотя вряд ли здесь такие есть. Я иду по Этне, я иду по вулкану, я иду, я обязательно туда дойду. Я иду по Этне, я иду по вулкану, я иду, я обязательно туда дойду. А! Да, не хотел бы я оказаться жителем этого дома во время извержения Этны. Но должен вам сказать, что катанийцы, они не особо боятся извержения этого вулкана, потому что, чтобы грохнуть так, как Эйяфьятля-Йокудль, вулкан должен накопить свою силу. А Этна извергается постоянно, минимум 2 раза в год. Поэтому растрачивает свою энергию. Скажем так, выпускает пары. Но я свой пар вот выпущу не скоро, чувствую. Еще идти и идти. Да, я не ожидал, что на самой вершине Этны растут ромашки. С удовольствием сорвал бы и подарил их вам, Леночка. Все, можете поздравить. Наконец-то я добрался до Этны. И я, по большому счету, счастлив. Кто бы мог мне сказать, что я буду стоять у самого настоящего кратера? С ума сойти! Очень здорово! Этот кратер, который за моей спиной, пока спит. И вообще, на вершине Этны 400 кратеров. Должен вам сказать, что видел здесь сегодня и детей, и туристов, и даже собачек. А все почему?
Потому что он отдыхает. Но в любой момент может устроить свое новое огневое, я бы сказал, огнедышащее шоу. Так что от греха подальше я отшел.